Сеть ресторанов «Тайказан» представляет новую столовую в формате «Нон-стоп». Проспали завтрак, опоздали на обед, не догуляли в клубе или работаете всю ночь 24 часа в сутки. Вас ждет аппетитный выбор блюд восточной и домашней кухни. Всегда свежая выпечка, выбор салата, первых и вторых мясных и рыбных блюд. Меню как в ресторане, цены как в столовой. «Тайказан». Быстро, вкусно, недорого. Улица Алтынсарина, 9, у кинотеатра «Казахстан». Телефон 905-30. Эфир телеканала Рика ТВ продолжает программа «Каждый день». В студии Ирина Черней. Здравствуйте. Наш партнер «Русские блины» предлагает вам большой ассортимент блинчиков с различными начинками. Для любителей подкрепиться посытнее начинки с курицей, ветчиной и сыром, рубленым мясом, грибочками, сливочным сыром и семгой. Для сладкоежек с фруктами, медом, орешками, шоколадом. Эти и еще множество различных блинчиков вы можете отведать в торгово-развлекательном центре «Мега Актобе» на третьем этаже. А сейчас о погоде на вторник, 24 января. В Мартуке пасмурно, снег. Температура воздуха составит минус 4 градуса. В Алге также пасмурно, минус 5 и небольшой снег. Хромтау пасмурная погода, 8 градусов, ниже нуля, осадки в виде снега. В Батамше также пасмурно, минус 8, небольшой снег. И в Шалкаре столбики термометров покажут минус 6 градусов, пасмурная погода, снег. Далее в эфире прогноз погоды в нашем городе. Благодаря совместному производству США и Германии в 2005 году в свет вышел фильм «Пиджак». Именно его мы покажем во вторник в 21:00. Режиссер Джон Мейбери собрал хорошую команду для создания этого фильма. Действия картины разворачиваются в США, штат Вермонт. Джек Старк воевал в Персидском заливе и был тяжело ранен в голову. Реабилитационный период он решил провести в своем родном штате, но проблемы с головой ввязывают его в опасный круговорот событий. Не буду рассказывать вам, что произойдет дальше, посмотрите лучше сами. Отмечу только, что часть фильма была скопирована с книги Джека Лондона «Звездный скиталец». Куда вы хотите ехать? Что мне с тобой делать? Я знаю, что это звучит безумно. Какой сейчас год? 2007. Что? В ночном эфире нашего телеканала 23 и 24 января смотрите две части фильма «Лара Крофт». История о захватывающих приключениях неумолимой, грациозной и загадочной Лары Крофт, виртуозно владеющей всеми стилями боя и видами оружия от ножа до пары пистолетов. Пытаясь разгадать загадку исчезновения отца и своего прошлого, девушка узнает тайну, которая в корне меняет всю ее жизнь. В кинотеатре «Локомотив» новинка – фильм ужасов «Невеста». История провинциалки Насти, которой ее возлюбленный Иван везет к себе в родной город знакомиться с родственниками. По приезду девушка понимает, что, возможно, сделала ошибку. Ее окружают странные люди, повсюду ужасающие фотографии. Иван исчезает, а ее саму готовят к таинственной церемонии, которая должна состояться перед свадьбой. Настя успокаивает себя, что скоро все мучения кончатся, и она будет счастлива. Правда, только если останется в живых. То есть вы не верите в судьбу? У тебя кровь. Объявляю вас мужем и женой.
А сейчас новости отдела продаж медиагруппы «Рика». На 50% снижены цены на размещение вашего видеоролика в рекламных пакетах дневного и вечернего вещания на телеканале «Рика ТВ». Продвигайте ваш бизнес еще выгоднее вместе с нами. Хотите узнать больше? Позвоните нам 220-250, 222-300, 21-93-93. Партнер проекта «Каждый день» – «Русские блины». Торгово-развлекательный центр «Мега-АКТБ», третий этаж. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. Сеть ресторанов «Тайказан» представляет новую столовую в формате нон-стоп. Проспали завтрак, опоздали на обед, не догуляли в клубе или работаете всю ночь 24 часа в сутки. Вас ждет аппетитный выбор блюд восточной и домашней кухни. Всегда свежая выпечка, выбор салатов, первых и вторых мясных и рыбных блюд. Меню как в ресторане, цены как в столовой. «Тайказан». Быстро, вкусно, недорого. Улица Алтынсарина, 9, у кинотеатра «Казахстан». Телефон 905-300.